have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки. Привет-привет! И мы с вами в Мёрдере. О, я рядом с тобой. Да. Я Джессика, а ты Янки. Янки Чарли. Так, ищем хорошие предметы. Кто помнит прошлую серию по этой игре, те в курсе, что, в принципе, тут есть убийца. Мы сейчас играем в классический режим. Нам нужно искать хорошие предметы. Хороший предмет может быть любым предметом, но он будет выделен зеленым. И это может быть что угодно. Тут даже ломик. Вон ломик, кстати, уже забрали. Он, видимо, был хорошим предметом. Нужно узнать, кто убийца. Я не вижу ни одного хорошего предмета, что за фигня происходит. Даже пончики нехорошие. Что? Я хочу картошку. О, хороший предмет. Дайте мне картошку. Ты кто такой вообще? Ты что тут делаешь? Офигеть. Я такой, знаешь, приходишь, заходишь в комнату и видишь вот такое. Я хочу к тебе, где ты? Так, тут кого-то, по-моему, уже убивают. Мне это не очень нравится. Тут. Вот тут есть хороший предмет. Груша. Я ее заберу. Не надо за мной бегать. Это моя груша. Нельзя скушать. Немножко обосрался, когда увидел пингвина в углу. Я тоже, я же тебе говорю, заходишь такой в комнату, а там пингвин на полочке. Так, ты кто еще раз напомни? Я Джессика. Поздно. Крис был убийцей. На полке, это звучит прикольно. Ага. Есть же такое выражение, elf on the shelf, короче, эльф на полочке. Так вот, тут, короче, пингвин на полочке. Ладно. Оу. У меня секретное оружие. Там видишь? Что я? Как переключиться в режим таблета? Говорят, нажми Alt F4. Alt F4, говорят, нажми. Переключишься в режим таблета. Угу. Я, если что, Марк. Марк 2 или Марк... Что происходит? Почему у всех пистолет? Почему я не могу его убить? Вот что происходит, я не знаю. О, хороший предмет. Маска. Есть. Стой, это режим Джаггернаута. Я Марк. Я думаю, что-то тут подозрительный черный человек. Мне страшно. Я знаю, но я в него уже стрелял. Я не знаю, что происходит. Это где ты? Кто вообще? Я Майк. Майк? Да, я Майк. А я Марк. Почему не Карл? Я не знаю. Я напротив Джо... Я, например, сейчас сижу на крыше. Это убийца! Нет, это убийца. Просто в него надо стрелять не один раз. Каждый выстрел занимает у него какой-то процент здоровья. Вот, теперь до меня дошло, правда, поздно. Я на кафешке меня убили. Так, хорошо. Я на кафешке Хвастерс. Ну-ка. У меня зеленая, у меня очень черненькая, темненькая аура. Я только что увидел пингвина, стреляю по окнам. Так, нужно этого чувака, чтобы вы замочили. У него осталось 41% здоровья. Откуда ты знаешь? Что? А, черный чувак, Изабелла, да. Он гонялся за... Как вы вообще на меня убили? Как? Изабелла тебя... Не буду говорить, что. Убийца очень лагучий. Как будто... Нет, у этой штуки суперсила есть. Я хочу превратиться... Тут можно разговаривать за своего персонажа. Ха, чувак пишет, лаги плеер. Типа, лагучий игрок. Я так и не понял. Я думал, что типа с одного выстрела он убивается. Ну, блин, да. То есть я в него изначально в начале раунда выстрелил. И потом еще раз успел выстрелить. 19%! Да давайте, убейте я уже его. Я превратиться в туалет. Как мне это расслышать, пожалуйста? Как... Что ж... Ладно, я превращусь в миксер. Я не могу превратиться в миксер, а коробку хотя бы. Да что ж за люди, даже коробку не могу превратиться. А я хочу превратиться в боевой вертолет Апачи. Не, нельзя так. Я мусорка. После туалета я уже не удивлен. Ладно, мне нужно найти картошку.
Ладно, картошки нету, тогда... Гасите, 12% осталось! Если преступление, мэр все будет исследовать. Давайте, мэр, полторы минутки. 4%, ну! Последний выстрел. Да как ты его убил-то? Сколько у нас осталось игроков? Два игрока осталось. Там 4% у убийцы, ну блин. Дострелите его уже кто-нибудь, пожалуйста. Наверное. Я хочу, чтобы мы победили. Я найду эту черную жижу. Марк должен... Чё ты за тачкой-то прячешься? Блин, чувак, ну... О, есть. Так еще было. Наконец-то, Марконус все расследовал. Марконус победился. Марконус. Да, Марконус. Это, знаешь, такой итальянский Марк. Марконус. Маркони. Марконус. Так, режим Джаггернаут. Мне не нравится режим Джаггернаут. Не знаю, по-моему, довольно прикольно. Только надо было разобраться сразу, что в нем происходит. А так, классика. Хорошо. Байстендер. С секретным оружием. Какое у меня... Мне надо секретное оружие, чтобы открыть... О, я Эйбл. Чтобы открыть секретное оружие, насобирать предметы, да. Все. Я Что произошло? Убили убийцу. У меня, я собрал один предмет, и у меня появилась оружка, но было уже поздно, раунд был уже выигран. Может, он просто вышел? Да, он вышел. А кто знает на самом деле? Так, ну ладно. Классический я байстендер, хорошо. Так, нету оружия. Я буду смотреть. Мама! Кого-то зовут Мама? Мама. Оу, баночка Mountain Dew была хорошим предметом. Кто жрал Mountain Dew в таких количествах? Что здесь происходит? Так, блин, тут просто тонны этих банок Mountain Dew. Какого фига меня убили? Кто? Это девушка? Смотри, так. Как ее звать? Сейчас, погоди, мне нужно найти. Ее звать Мия. Она такая вся красным. Она капюшон. Только что мимо меня пробегала недавно. Так, хорошо. Мия, у него... Я за Джульетту играю, если что. Угу. Вот, я только что видел. Ой, Windows XP, ребят, привет. Как прикольно. Так, ты кто? Джульетта. Джульетта? Я буду смотреть за тобой. Я найду тебя, Джульетта. Это звучало сейчас как угроза. Please don't. Я вижу клавиатуру. Ее зовут Джульетта. Я думаю, это не ты. Наверное, да. Я так полагаю, я пока что не клавиатура. Эйбл, вот. Ой, за... вижу тебя, Джульетта. Я за Эйбла, играл в прошлый раз. Я буду смотреть. Эта карта вообще-то от контры, да? Да, это от контры. Я помню, где-то годика полтора-два назад мы тут рубились в контру. Эта карта... Мия выходит на улицу, она на улице. Чёрт. А я в тупике. Она на улице, а я в тупике. Я пошел отсюда. Я опять нашел тебе клавиатуру. Так, тут... О, у меня появился пистолет. Револьвер, в смысле. Хотя какая разница, все равно однозарядный. Я прям знаю, где ты. Мия, да? Мия, ты говоришь. Мия, а, все, ладно. Ну, ее уже убили. Эх, я просто смотрел, сколько стоит кейс. Я хотел просто купить картошечку, она убила меня. Это монстр. Блин, у меня было 5 предметов, неплохо, на самом деле. Неплохо? Знаешь, это я дофига денег. Знаю, но... Ну, я, пожалуй, буду с этим жить. Хорошо, ладно. Я скоро накоплю на кейс, я куплю кота. Кейси. Я могу накопить на какой-то классный револьвер. Так, секретным оружием. Так. Ромео. Прикинь, вот таких совпадений в мире не бывает. Я играю за Джульетту и потом сразу же играю за Ромео. Ромео. А чё ты от меня убегаешь-то сразу? Прикинь, он от меня спрятался. Короче, чувак в фиолетовой рубашке. А куда ты делся? Тут некуда было деться. Ты чё? А, тут...
Нет, это не чувак в фиолетовой рубашке. Это меня убил тут другой. Меня убил, короче, этот дедок в такой коричневой рубашке. Это и есть я. Ты? Да, это я. Ты убийца? Ай! О, ку-ку. Немножечко, а чувак в фиолетовой рубашке тогда, он же тоже был убийцей. Он кого-то убил, потом от меня убегал. Нет, кого это фига? Я его убил. Но он при мне кого-то убил, потом от меня убегал. Но это был не Крис. Ладно, допустим, это произошла какая-то фигня. Так, секретное оружие. Да, тоже секретным оружием. О, эта карта обалдезнейшая, она мне я нравится. Я обожаю эту карту. Да. Не надо за мной... Блин, она черная! Черная фигня бегает. Мы с джаггернаутами... Блин, меня моментально убили. Ну опять это джаггернаут. Черная фигня! Я играл за гольфа, кстати, да. Меня убила черная фигня. Почему она быстрее, чем я? А она быстрее, чем все. В этом фишка. Потому что он с ножом, а вы все с револьверами. Дайте я в картошку превращусь. Картошка! Да! Я на Вембер. Так. Где ты? Я должен тебя... О, помочь. Я посмотрю за Хосе, который у нас убийца. А, ты уже умер? Да, он меня быстро прирезал. Погоди, я сейчас за картошечку поднимусь на второй этаж. Картошечка, как ни странно, умеет... Блин, а Хосе умеет играть. Он такой нычится за уголочками, он такой это... Не выходит на открытое пространство. Спасите! Все? Нет! 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 Он выиграет, у него 92% здоровья. Офигеть, в него никто не стреляет, ему никто ничего не делает. Люди просто дохнут пачками. Тупой шериф взял и сбросил меня с крыши. Я был картошечкой. Я в картошечке. Убийство картошки. Знаешь, такая месть белорусов. Ладно, ребят, белорусы, если что, я против вас ничего не имею. Просто стереотипы. Ну, вы понимаете, да? Так, хорошо. Хосе, Хосе. Я новая картошечка. Картошечка я... Он выиграет. Галлюцинировала. Я вижу тебя. Он выиграет, блин. Есть Кристина, есть Далия, есть Old Man, старик, и Хосе идет за вами всеми. Это старик! Он сбросил моего брата с крыши, я новая картошечка! Он мог поступить так со мной! Все, как бы, все! И там за это такая картошечка пробегает. Ой, да. Картошечка пробегает. Картошечка пробегает. О, лампа появилась хорошая. Ладно. Картошечка пробегает. Блин, Хосе прям такой разровнял всех. Неплохо. Я открываю ящик. Анна. Итак, байстендер с секретным оружием Анна. Мне выпал классный ножик. Я должен его надеть. В шляпе капитана. Ты кто? Мама. Блин, это скинчик мама. У меня король, я король. Ха-ха, мое имя король. Через А? Походу у меня, да. Карл. Да, то есть Кинг. А, тебя прям зовут Кинг? Да. Эко. Где? Оно же Эхо. Так, хорошие предметы. Как тебя зовут вообще? Анна. О, Анна. Сьерра, привет. Я вижу Софию. Я ползаю по вентиляции. Я в банке. В трехлитровой? Да, я вижу, что тут куча денег. Ладно, допустим, это незаконно. О, это ты, Сьерра? Нет. Блин. Сьерра. О, полезный предмет. А! Блин, меня убила мама. Офигеть. Меня назвали убийцей. Мама убийца. Мэн. Просто чувака зовут Мэн. Нормально. Так, Эхо, Жизелин.
Мама, вот буду за мамой наблюдать. Так наблюдай за мной. А ты кто у нас? Я король. Кинг, да. О, о, у тебя еще скинчик крутой, вообще такой чувак. Это моя клавиатура. Клавиатура короля. Здравствуйте. Отстаньте от меня, это моя клавиатура. А, чего, Сиера пишет, это мама. Конечно, это мама. Yes. Полезный предмет. Я должен украсть монитор, он дороже клавиатуры. Мохаха. А, там мама. Мохаха. Представляешь, что есть клавиатура дороже, чем монитор, а? Ну да. Так, на секундочку. Телефон. Кнопочный. Да. Ну давай, ко мне. Слышишь эти крики? Вон, вау, развернись. В комнату зайди, там полезный предмет. Нет, 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 развернись. Сюда? В комнату, да, зайди, там полезный предмет. Пистолет. Что у тебя с пистолетом? Я буду просто сидеть тут и почитать. Почему он фиолетовый и горит? О, мама. Молодец. Молодец, красавчик. Вообще суперски. Я просто сидел в уголку, очень подло. И там еще такой мэн, брак кемпер. Тебя кемпером назвали, чувак. Ты бегал всю карту. Как только залез в уголочек и просидел там 5 секунд, она забегает, ты убиваешь, тебя называют кемпером. Нормально. Сообщество, здравствуйте. Так, байстендер. Так, хорошо, я Оливия. Если ты нормальный чувак, то тебе нужно собрать просто обычных 5 предметов полезных, и тебе дадут пистолет. Пистолетто, да. Конус. Конь-ус. Тут еще один полезный предмет. Тут полезный предмет, я сюда из-за него ж... Иди нафиг. У меня уже целых 3 полезных предмета. И мне пофигу то, что у меня уже есть пистолет. Я все равно буду собирать полезные предметы. Все это мы так поступаем, конечно же. Полезный предмет. А, чувак, не долетел. На-на-на. Полезный предмет. Книжка, остался хорошо. Остался последний полезный предмет, и все будет ток. И все будет ток. Да, ток. Так, у меня 2. Сейчас посмотрим. Я взял 5 полезных предметов. Слушай, пистолет на красной стороне. Я сделал пистолет на красной стороне, возьми. Я не вижу, сейчас, погоди. Ты на зеленой стороне, а я на красной. Я вот защищаю пистолет, вот. Какая красная сторона? Тут все зеленое. Там дальше, отойди. А, вон. К вышке, вот. Red, там да. Дальше. Ай, что происходит? Я мама. Так, Лили. Мне показалось, или у нее был нож? Блин, там чудо. Да это, блин, это... я только сделал. Индия убийцу. Была убийцей. Оу. Индия? Да. Он пил слишком много чая. Я и мои 40 слонов. Нужно находить полезные предметы. У меня нету... О, я Виктор! Лупита! Лупита, блин! Лупита? Виктор Григорьевич. Мафиозник. Зубко Виктор Григорьевич. А, так, ладно. Нет, полезные предметы. Просто то, что мне сегодня дали поиграть за персонаж, которого зовут Лупита, это уже все. Вот просто тут я ваши Виктор. Полномочия, все. Виктор, нужно говорить с таким слугом. Виктор, да, нельзя Виктор. Сказать Виктор, нужно Виктор. Да, Виктор. Да, да, да. Еще Влад. Да, Виктор. Влад. А! Так! Боб, Боб убийца. Боб убийца, Боб да. Убийца? Да, он уже убил одного, он бегает с ножом. Я вижу. Нужно срочно Боба. Полезные предметы. Ах, да пошел нафиг этот Боб. Я уйду от него подальше. Я буду собирать зелененькие Боб предметы. Тебя за ногу. Конус. Я уверен, конус очень полезный предмет. О, ящик. Ящик самый полезный. Чуваки, вы собрались это чинить. Вот, вот это вы собрались чинить. Тот случай. Поет.
Когда я только что у чувака переносил, взял полезный предмет. Тебе он явно будет полезнее, чем чуваку, да? Да. Мне осталось сейчас целых два полезных предмета, и все будет ок. У меня появится... Боб за мной лезет! Иди нафиг! А! Он меня убил! Он чё? У него нож пицца! Это знаешь, когда ты, когда пицца? Когда ты пиццу два дня держал, Индия. О, я смотрю за Индией. Ты кто? Я Виктор. В смысле я наблюдаю за Лупитой? Я был Лупитой. Кто теперь играет моим персонажем? Джессика. Кто своровал твой труп? Виктор. Ой, я вижу тебя. Виктор. Виктор. Пистолет. Опа, револьверчик. Боб убийца, говорит. Да-да-да, Боб убийца. Или, если найдешь Лупиту, стреляй в нее тоже, потому что это был я, возможно, он под меня маскировался. Боб такой коричневый чувак, коричнево-серый, если что. Там за тебя револьвер или что? Я уже взял пистолет, взял револьвер, да. Осторожно, осторожно. Ромео, Индия. Лупи... Да, Лупита, это был он, короче, он под меня маскировался. Ах, ты ж мелкий. Ладно, ребятки, так сегодня мы покатали, получилось довольно прикольно, на мой взгляд, так что спасибо, что были с нами, увидимся в остальных бесконечных мирах Роблокса, пока что у нас на сегодня все, спасибо, всем удачи, добра, бобра, всем оладушек! И всем покеда! Всем покеда!